Канаде инфляция. С июля нам придется платить за товары и услуги на 3% больше. Канадский доллар дешевеет. Прямо пропорционально канадскому доллару дорожают продукты питания. Цены на жилье поднялись на 0,4%. Бензин подорожал почти на процент. А за год цена на бензин выросла более чем на 25%. Ранее этим летом Банк Канады прогнозировал, что инфляция достигнет 2,5%. И это еще не конец года. Посмотрим, что нас ожидает в декабре.